спасибо за 1000. Благодарю. Так, сейчас я вот это все буду светить. Прям жестко светить. Здесь дело даже не в том, что нравится стрим или нет. Их триггерит сумма донатов. Эфу такими быть. Дарин, короче, все, доставай ключ. Любое сообщение, пермач. Любое. Связанное вот с этой смешной темой. Ладно, хорошо, на 24 часа мут. Надоело. Блин, просто минус настроение сразу, когда читаешь это. Особенно, когда устал очень сильно. Привет. Либо Юля. Подскажи, как можно научиться хорошо играть на ИЛП? Дай пару советов, технику подскажи, может. Брат, я не могу 80% взять. Не понимаю, два ваншота. Какие советы я могу дать? И укладку взорвали. Ну что за хрень? Не приветик. Почему не приветик? За что не приветик? Просто за что? Спасибо, Лёш. Моё. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. Леон. Так. И Леона должны откидывать. Так, еще. Еще. Тут есть кто-то? Нашел. Вот это проблема. Спасибо. Я выжил. Спасибо. Не понимаю. Два ваншота от бабахи. Игра вылетела. Боеукладку взорвали. Ну что за хрень? Чтобы не расслаблялся. Да как тут расслабиться? Это невозможно. Как тут расслабиться, Алексей? А, спасибо еще за 1111 и за 11 минут, получается. Получается. А ты куда это стреляешь? Спасибо. 1 точкой сначала света не стреляй, 2. Считай хп врага. Ага. Сколько на свете? 3 точка. Ага. Кликай по целям постоянно. Ага. Ага. Не лезь на рожон в начале, береги хп. 5. Ага. Точка на свет идет всегда быстрее. Ага. 6. Путь красивый. Ага. Брат. Понял, спасибо большое. Все, все советы учту. Спасибо. Спасибо большое. Всем доброго. Качнул тесту ЛТ. До 87% отметка летела как в космос. И карты нормы команды. Теперь 80% все. Сегодня сыграл около 50 боев. Обалдеть. И одно прохи. Это наш игра. А вы гейм. Валерчик, привет. Добивай 80% и ложись. Здорово, Фил. Завтра новый день. Новый фар процент. Да, да, да. Блин, ну только не это, ну нет. Почему ТВП стоит и полностью зацеливает вот сюда? Юль, что там можно убирать? Спасибо. Ничего не понял. Забыл про сообщение. Молодой, иди спать уже. Да сейчас пойду. 79, 71. Как я завтра отмет... Ладно, не, не, на свежую голову, конечно, пойдет получше, я думаю. В любом случае. Пипец. Ладно, все равно не мой засвет был. Умри, пожалуйста. Просто умри, мужик. Он не хочет умирать. Обалдеть, где он? Да, пипец. Есть 80%.
Да ну нет. Нафиг. В чем проблема моим союзникам просто поехать? Пожалуйста, просто поедьте пересвети. Ну все, он просто поехал, всех убил, все. Все, хана тебе, родной. Хана тебе. Спасибо. Спасибо за советы, Мипсбот. Я запишу. Ты будешь ехать? Валера, улыбайся и шли всех на небо за звездочкой. Не порти себе настроение. Спасибо, Вероника. Сейчас, секунду, надо доделать. Чё ты стоишь там? Технический перерыв, пит-стоп. А, так это стрим-снайпер. Решил сюда поехать чекнуть, потому что узнал, что я здесь. Сейчас ничего, возможно, выйдет. Возможно, стрим-снайпер, возможно, нет. С собой сиди. Не, ну ты умен прямо. Аллилуйя. Аллилуйя. Вместе с наушниками все снимаю. И ну раз очень хорошо прям попадаю, идеально. Прям чувствую их. Но скажу так, просто смотреть вообще без шансов тебя... Научиться каким-то там... Научиться чтению таймингов. Вот, потому что это все приходит с опытом. Ну ты посмотри, ему вообще пофигу. Рафик Виталик. А, ошаленно. Ребята. Хорошо, хорошо. Но другое дело. О, плохо стало. Ой, реально плохо стало. Let's locate another target. Он может просто снегом стать. И, кстати, да, я, скорее всего, не отсвечиваюсь довольно часто. Ну, не до конца отсвечиваюсь.
Whitepool, спасибо большое за подписку, за 500 рубасов платную. Спасибо огромное. Повар, спасибо за 5 минуточек. Доброго вечера. Доброго. Много что пропустила Аранка. Или жизнь что изменилось. С Новым годом, родной. Здорово, здорово, повар. Спасибо большое. Здравствуй. Тут потеем просто невероятно сильно. Поздравляю тебя тоже с Новым годом. Желаю тебе прекрасного 2024 года, лучшего года в жизни. Чтобы он тебя стал лучшим годом в жизни. Что нового произошло в жизни? Да особо ничего. Так, декабрь отдыхал, в принципе, более-менее. Отдыхал, набирался сил. Для чего? Именно для вот этого вот марафона, который мы сейчас проводим. Для него я набирался сил максимально. Вот. Спасибо большое, что интересуешься. Приятно. И спасибо за 523 басика. Сейчас посвечу. Коди Тэнк, спасибо за рейд. Всем рейдерам приветы. Ой-ой-ой, 6000 суммы, неужели? Неужели это нормальный бой, тьфу-тьфу? Оруженосец. Спасибо. Валера, кофе с сахаром или без? Без. Кофе без сахара. Надо вообще постепенно отказываться от сахара. Блин. Отлично, боже мой. Божечки, кошечки. Ты что за зверь такой? Это полный Ланселот. Обалдеть. Как он много пробитий дал в этом бою. Это, по-моему, он все давал вот эти пробития жесткие. Это же шалеть не встать. Нет. Хорошо. Это пипец, конечно. Может просто снегом стать. Первым. 90,5! А! Первым. По теплу. Эй, по теплу. Эй. По теплу. По теплу. 12 тысяч суммы. Let's go! Плюс 1.5%. Вот это я понимаю. Вот это нормально. Ой, Кириллище, правильно говоришь. Да, сахар это, конечно, вообще фигня. Это фигня. О да, 12 тысяч суммы. Сколько дала бабаха? Вопрос. А, 5700 всего? Ну, там нормальные пробития такие давал. Ай, 96. Снегом стать. Поехали. О, другое дело, да. Как говорится, another doing.
Эльхалуф опять. А, мо, жет. Просто снегом стать. Персиковая хай. Спасибо. Благодарствую. Это не рейд случайно? Это не рейд случайно, понял. Бахнули розыгрыш на 600 коробок новогодних. Просто подписаться, нажать кнопочку участвовать. И ввести промокод, чтобы я смог вам кинуть подарок в случае выигрыша. Спасибо. Колдуй, Гранни. Колдуй, Исси. Колдуй, серенький медведь.
нахера, Азат? Ты говоришь стримеру, что делать, а чего не делать? Зря ник не скопировался. Вот таким я хочу сказать, кто в чате, я ему не говорю, как DC.D это советы, T.D это ему решать слушать. Спасибо, Азат. Алкаш, иди ко мне. Тигр, 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 тигр,